Леш, поздравлять или нет? Не знаю даже, как ответить, но могу сказать, что мы всегда выходим только побеждать, а не выходим с мыслями, чтобы не проиграть. Поэтому, безусловно, боролись, старались, хотели выиграть. Сложилось так, как сложилось. Очень много разговоров непосредственно перед этим матчем. Естественно, о погоде, о поле. Как тебе игралось? Понятное дело, что погода не самая идеальная, но для всех условия равны, поэтому тут никаких не может быть претензий каких-то, потому что все играли на одном поле при той же погоде. Сейчас Краснодар несколько активизировался, это если смотреть на турнирную таблицу, отставание немного сократил. Вообще часто смотрите в таблицу? Ну, если за себя лично могу сказать, что не смотрю, как бы примерно так ситуацию понимаю, да и мы отталкиваемся всегда от себя. Поэтому, думаю, если заглядывать туда и смотреть каждый раз, это излишнее давление, я думаю, оно никому не нужно. Владу Игнатьеву что сказали после матча или в перерыве, может быть? Сказали, что сейчас буквально Юрий Павлович что-то ему сказал. Супер, Влад, или что-то такое, я уже не помню точно. Молодец. Сегодня все молодцы, но Влад сделал чуть больше и спас. А если говорить так в целом, то хотел бы сказать всем болельщикам и просто людям, которые пришли на футбол в такую погоду, всем спасибо, кто поддерживал, кто был рядом. Последний вопрос про матч с Атлетико, который уже совсем скоро, буквально на днях. Какие-то мысли о нем? Безусловно, надо сейчас перестроиться. Восстановиться, сначала перестроиться, начать подготовку к ним. Сейчас играют они с Барселоной, по-моему, параллельно, уже проигрывают. Ты рад, наверное, этому? Месси забил еще. Ты тем более должен был рад. У них явно есть какие-то проблемы в обороне. Но если без шуток, то будем настраиваться, будем готовиться.